сойди. Сойди. Ты начинаешь немножко понимать, да? По-моему, уже лично. Ты устал? Я нет. Давай еще. Давай еще. И открыться. И ножку правую в сторону. И так. И сюда. Левую. Так. И еще. Так. И так. И левая. И подкопчимся. И так. Руки назад. Поднять. Ребенка, ну честное слово, ну что ж ты, я это танцую. Так, так, и прыгай. Так, 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 хорошо. И на месте. Хорошо, руки вверх. Раньше это было стихийно. Приходили 16-летние, и 15-летние. И видите, Чукарин начинал еще позднее. Я сам начинал поздно. И раз, обратно. Вот это гимнастика, ребятки, хорошо. А что, если ножки поставим пошире, у нас будет крабик. Помните ли крабик, что это такое крабик? У него сколько лапочек там, очень много. Делаешь набор, идешь в школу, много ребятишек, ну все такие лопоухие, вы знаете, такие хорошие ребята. Обступят тебя и вот смотришь, вот так гадаешь, ну кто же, кого же взять-то? Пилипенко, покажи краба нам, такого, знаешь, такого большого, такого, чтобы на... 10 банок можно было разрезать его. Да. О, крабик! Вот, вот такие прыжки. Ну, это похоже на пингвинчика, в общем-то. Ну, нам сыграют так, там что-то такое. Такое птичье, цыплятки. Ты готов? И я тоже. Так. Ну, пожалуйста. Так, хорошо. Прыгайте. Так, так. Право, влево, право, влево, влево. Вперед. Так, нет, руки в сторону лучше, да, мальчики? Как вам нравится? У, какая веревочка, какой шпагат. Молодец, хорошо. Это все нам в гимнастике потребуется. Так, ну, молодец. Ну-ка, руки в стороны. И давай-ка улыбнись. Хорошо, хорошо. Ребятки, смотрите, как интересно. Вот смотрите, я даже могу отпустить его. И все, и он держится. Давай вернемся назад. Давай, продень ножки назад и вернись сюда. Ребятки, такое интересное упражнение. Руки в стороны. Хорошо. Давай сюда. Давай, так. Смотри, по очереди посмотрю. Как, ребятки, трой кто хочет. Все. Давай пока Диму, хорошо. Дима. Нет, без улыбки не подходить. Дима, ну сколько ж тебе лет, а? 9. Большой, ребят, какой, да? Ну, Дим, это дело серьезная гимнастика. Серьезно, да? Да, серьезная гимнастика. Ну-ка, Дима, ну-ка, подожди. Ну-ка, согни ручку. О, хорошо. Ну-ка, другую. У, ребята, совсем хорошо. Убери животик, расправь плечи, голову так. Нельзя без улыбника. Нужно давать пополнение сборной страны. Я мечтаю сделать гимнаст международного класса. Набор 57-58 годов позволяет мне развернуться к 75-76 году. Пожалуйста, ребятки, 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 нам тренироваться. Ну, ты это вообще ничего не делаешь. Я еще. Можем мы в нем начать работать? Три, сесть! И... Внимание! Начинай! И... Броска, хорошо, броска. Так, кувырочки, начинай. И раз, 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 готовы. Так, так, начинай. Раз. Лазарев, ты не умеешь, не умеешь ты это. Стоп! Под музыку миленькими шажками. Полечкой ко мне. Полечкой, Лазарев, начинай. Что ж ты? Боковой перевод делаешь так. Ну-ка, сделай боковой перевод. Лазарев. Еще раз. Пожалуйста. Вытяни себя. Ну, хорошо. А, пожалуйста. Полечкой пошли. И на место. Хорошо. Какая-то... Ага, до мажор.
Гимнастика интересна, приносит особые ощущения. Парнишка совершает полет. У него мечты какие-то, мечты. Икара, что ли. Полететь, почувствовать это. Можно. Закрутись туда давать вольные упражнения с музыкой. Моя задача была ввести в подготовку юных гимнастов хореографию. Имей ножки. Право. Угол. Ножками. Два удара. И... Так, и хорошо руками. Так, и... Я заинтересовался периодической системой Менделеева. Вспомните, там элементы открытые, элементы неоткрытые, пустые места. Помните, мы с вами учили. И в гимнастике то же самое. Такую схему я сделал. Она у меня имеется. Ребятки, точно, точно. Ведь в гимнастике тоже много еще не открытого. Гимнастика интересна тем, что она перспективна. Еще много интересного впереди. Так можно находить это. Один вопрос к вам. Каким мы делали двойное сальто, каким махом мы обычно шли? Вторым. Самый качественный второй мах. Так, Сереж? Сделаем еще раз, Лень. Лень, сделай, Лень, вперед. Но, Леня, это никто не делал. Но это Леон. Можно. Вперед, вперед. Леня, вот сюда наверх. Раз, пошел в группировки. Не готов, да? Сядь на грудь. Тебе хочется третьим. Третьим. Третьим, да? Третьим, 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 третьим. Значит, так нужно. Зря не скажешь. Третьим, третьим. Раз он сказал, так он. Третьим, Лень, ну как оно? Третьим, шестым, третьим. Раз, спокойно. Лень, группировочки. Два. Лень, группировочки. Оп! Леон, правильно. И отсюда по длине рук пойдешь. Сказать, что это стрекосат, нельзя. Это похоже вот на что. Внимательно вы меня слушаете. Идите сюда. Вот здесь станьте. Ну вот дышите. Здесь смотрите, слушайте. Это похоже. Вот помните ауэрбаховское сальто. Это с моста дают в воду. Девочки обычно делают с бревна. Ну, ауэрбаха. Да. И знаете что? Одно сальто прокручивает, и вторым входит в воду. Все. Как вам, ребят, нравится? Будешь ты делать. И будешь делать. Давай. Раз. А, в группировку. Элемент будущего. А в общем, хорошо идет. Ну как? Да, Лёнь?
что, плесило, что ли, да? Ну, а дома? Все хорошо. Можешь еще раз пожать? А? А? Ну, давай еще раз. Давай. Давай, давай, Боля. Ну, давай, давай. Давай, жми еще раз. Пробуй. Давай, давай. Ну, ничего, 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 ничего. Ну, пробуй. Все, пробуй. Давай, Боля. Ну, еще, еще, еще. Ну ничего, 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 я тебе помогу. Слушай, Боря, послушай, ребята, идите сюда, все. Слушай ты меня. Страшного ничего нет. Ген, подожди. Страшного ничего нет. Ты послушай. Послушай. Это не твой Жим. Это не твой. Это не твой. У тебя будет Жим, послушай ты меня. У тебя будет, знаешь, какой Жим у тебя будет? Твой. Блажь будет твой, понимаешь? Давай, нужно. Гимнастика трудна. Но ты сможешь, ты молодой совсем. Ты имеешь хороший класс работы. А сила, сила придет. Ты еще совсем юный. Давай еще разочек. Давай. А ну, приподнимите немножечко. Более еще раз. Еще раз. Ничего, ничего. Приготовься. Не спеши, встань. Ну, встань, встань. Не спеши. Поправь, пожалуйста, мальчики. Внимание. Ну, сейчас сделаем. Сделаем сейчас. Сделаем. Вот что. Когда ты будешь сжать... Стойку крепко держи кистями, зажимай брусья. Понимаешь, если ты будешь распускать кисти, то у тебя не удастся жим. Я тебя прошу сделать, я тебе помогу. У тебя хорошие линии, ты красиво работаешь. А с этим мы справимся. Только я прошу тебя, собери всю силу воли. О, сила воли, собранная в кулак. Вот так вот и пошли. Уголочек держи три счета. Сделай подъемчик. Уголочек. Два. Три. Пошел. И... Ну, хорошо, хорошо. Постой в стойке. Носочки оттяни. Ага, уголочек сделай еще раз. Уголочек. Ну, вот так вот. Вот. Хорошо. Сейчас хорошо уже. Ну, выпей слезы. Все будет нормально. Ребят, конечно, нужно силе уделять специальное внимание. И нужно очень много работать. Я прошу вас по полчаса каждый день, как вы работаете, оставайтесь в гиревом зале. Там есть маленькая-маленькая штанга. Там есть стоялки у нас, друг другу помогайте, хорошо? Так, чтобы вы сумели, смогли набраться сил. Даю тебе более полгода. А? И? Боря, у тебя сил полно. Сил, Боря, хорошо будет. Включай руки, включай. Так, знаешь, как... Боря, начал давить руками на кольца и до конца уже. Полет идет, Гена. Пожалуйста, руки в стороны. Четко. Готов? Не, ага, говори, готов. Я не боюсь давать ребенку трудные элементы. Ребенок прекрасно ориентируется в воздухе. Дождаться, когда ему будет 16 лет, давать пируэт, двойное сальто. Это неверно. 5 лет он... уже имеет тренировки этого сальто. Из этого складывается уже великая комбинация. Так, если бы не такая перекладина, 5 бы сделали бы, да? Повыше бы ее бы, да? 10 метров. Лететь, лететь, лететь и мечтать, да? Ты наблюдаешь в соответствии с этим, с кинограммой. Так, мальчики, Леня, пожалуйста, внимание. Руки вниз, пошел. Оп. Пошел. Хорошо. Ничего, ничего, все будет хорошо. Хорошо. Вниз, хорошо. Проходи. Вперед, вверх, вверх, вверх. Гена, космонавт. Вы заметили, что я иногда имею возможность сесть даже на стул и наблюдать. А это так интересно и так нужно. Кир, кувырок вперед сделай. Переднее равновесие пошел. Держи. Раз, два, три. И пойдем разгиб в угол. Носки натяни. Руки разведи. Пошел, стойку, еще одну стойку. Смотри на руку. Держи, держи, держи. И такое придумает, что не придумает иной раз и тренер. Вы знаете, так свяжет веревочка с веревочкой. Так интересно, что только лишь берешь записную книжечку и запишешь, и потом дорабатываешь дома. И потом уже в другом виде преподносишь. Руки не разводишь. Вот как отпускаешь ноги врозь мне,
посильнее. Носки натянуть и вот так вот голову поднять. Понятно? Так все ясно. Запрыгивай. Еще крест давай, подержи меня. И вот. Восемнадцать, девятнадцать. Стоп! Стоп, все, Боб. Ну, Боря, и так пойдет, да? Ясно. Вот примерно. Боря чемпион. Нет, еще. Ребят, учишь, учишь и учишь. И смотришь, как они уже становятся людьми. Буквально в смысле слова. Им прививаешь трудоспособность, им прививаешь доброту. Когда мы учим элементы, ему больно держать, а он нас держит. Это Александр же был на войне. Ты знаешь, вот две раны на тоскове по спине. У него он часто болит. Ну что вы, дети все хорошие. Дети все благодарные. Если мы, тренеры, совершим ошибки, вот это только лишь на нас будет ложиться. Но я наблюдаю, участвую, но делаю вид, что я понимаю, по крайней мере, не хуже смысла. Мама, прошу вас. Так, так, так. И вперед. И стоп. И я бы там где-то добавил бы. Я бы сделал так, смотрите. И мягко кувырок. Вот это то, что вы давали. Хорошо. Можно и можно спокойно закончить так. Так вот. Вы устали? А я нет.